Как ты там? Да ничего, сегодня полегче маленько. Укроп начал, ну, более сильный в этом. Мне же нервы поврежден столб спинного мозга, да? А от него все нервы идут по телу, но они как паутины, знаешь, вот это. И паутину даже чувствую во всем организме. Вот. И они, вот, эти нервы, ну, зуб, знаешь, когда заболевает, а там нерв оголяется, допустим. Вот до этого нерва невозможно дотронуться. Так и все тело. Вот. А вчера матушка приносит и говорит, а у меня в животе не могу, боли такие, спазмы, я ничего не говорить не могу. Она говорит, на, говорит, укроп попробуй. Ну, заварил, в общем, укроп простой, кипятком. Вот. Я раньше его пил от спастики, ну, спазмы такие в теле. Вот, и я раз попил на ночь, в общем, и утром такая легкость в животе, знаешь, ну, боль прошла это. Господь открывает, Господь показывает, все равно видишь. Вот к врачам не обращаешься. Я же говорю, вот эта вот болезнь, да как она, родственники все, понимаешь, там знакомые. Вызовите врачей. Ну, сколько я лежал там, 3 месяца, да, вот в этом болезни, в такой. То есть уже высох в таранку, а они, да он умирает, вы что ему врачей-то не вызовете? Я ни в какую, я говорю, вызовите, я их прогоню всех, врачей. У меня один Господь, все, я на него только надеюсь. Понимаешь? И опять же, Господь дает вот эти вот слова, мысли, что говорить. Вот. И я им говорю, видишь, и как бы становится уже свидетельством. То есть люди видят, что без врачей можно исцеляться и выздоравливать. А в это уже никто не верит. Ну да, сейчас. Люди, видишь, самое страшное, что они от болезни убегают. Они понимают, что болезнь это по сути, это как последствия греха нашего. По сути, Видишь, видишь. это как горькая чаша. Кто достойно ее пьет, соответственно, и награда. А я вообще посмотрел я там это в ролике насчет Иерихона 3 дня сказал, у меня в это в голове Есфирь крутится, а я все время, у меня и сон такой же был, как там вот про этих змеев, и а там ну просто читал, вот я тебе говорил там насчет ада, да, посмотри, и что-то начал перелистывать, я давно не читал Иисуса Навина, и смотрю, а там 7 дней они ходили вокруг Иерихона, ну я что-то просто. А у меня в голове просто, знаешь, вот это Есфирь все время крутится 3 дня. И я это тебе вчера написал. Вот самое ужасное, знаешь, к чему, что я просто осознаю? Осознаю то, что на самом деле в какое ужасное мы сейчас время вошли. И ужасное в том, что... А ведь люди-то не понимают духовного вообще уже. Вот мне сестра начала там, да, вот про Содом и Гоморру, ну, некоторые сестры там, ты знаешь, они вроде бы духовные, и то они такие вопросы там по апостолам начинают задавать там. И я им изъяснял, 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 а потом, знаешь, до меня такое доходит. А представляешь, сколько людей, они этого даже не понимают и не поймут. Даже если сейчас вот сесть им, начать все это изъяснять, даже по тому же Иезекиилю, там, по всем пророкам, по... Потому что у нас, у людей сейчас плотское такое понимание пришло, душевное. И духовного понимания, чтобы это вкусить, это очень сложно, конечно. Как бы, знаешь, как все в таком, пребывают сейчас в таком состоянии, что должно произойти, ну все, конец всего, да, конец света. Они считают, что это конец всего. Они понимают, что это такое очень роковое, такое страшное пророчество о том, что это обезбоживание людей. Конец света, так обезбоживание. Это свет из людей уйдет, это тьма. Вот представляешь, человечество погрузится в такую тьму, что света в людях практически не будет, Слова Божьего не будет, Христа не будет в сердцах людей. Покуда не будет забрано удерживающий. То есть забран, опять же, никто его забирать не будет, удерживающего духа. Его люди сами отрекутся. Дух Святой не будет входить в людей. А потому что они его не способны будут принять. До меня сейчас вот это вот доходит. Я вот помнишь, мы с тобой и вот я просто слушал тебя, вот ты с братом там общаешься, он говорит, ну, что я такой, что это, порой как что-нибудь скажу, что аж что это, в шок.
Что-нибудь такое, там, то про Осипова, то это. И ты знаешь, но люди-то не понимают, что мы-то живем по-другому, у нас врагов нету. Вот взять моего наставника, да, отца Георгия. У него были такие моменты, к нему приходит один и начинает ему истину доказывать свою. Он уже, короче, ну он видит, что это, знаешь, человек такой, он уже высокоум, начал до такой степени высокоумствовать, он ему, короче, иди отсюда, сатана, и больше ко мне не приходи. Чуть ли не посох его выгоняет. Что ты думаешь, потом смотрим, проходит полгода, он у него один из любимых монахов рядом с ним. Ты понимаешь? То есть, но люди как понимают, если мы на кого-то поругались, значит, все, мы такие, там, знаешь, там у нас зло кипит какое-то это. Если этот человек, он может сейчас, вот понимаешь, находиться в таком состоянии, мы же не знаем, завтра, может, он мученик будет за Христа. Я тоже себя поймал на мысли, что, знаешь, что я увидел? А по сути, это вот этот царь, который сейчас может прийти, первый, православные его и приведут, этого антихриста. Вот что может быть. Знаешь почему? Потому что они ждут-то не духовной пищи, они ждут не духовного возрождения. Они ждут какого-то монарха, который наведет, вот как и иудеи ждали в свое время, да, и они проглядели Христа. Пророчество святителя Игнатия Брянчанинова. Русский народ может и должен соделаться орудием гения из гениев, который наконец осуществит мысль о всемирной монархии, о исполнении которой уже многие пытались. И знаешь, что самое интересное? Я там просто какого-то тоже святой там какой-то говорил, что-то про него, что вот он будет ходить там, этот царь, и в него дух нечистый войдет, и это антихрист будет. Ну, как бы, царь, он о нем тоже как о царе говорит. Как вот помнишь, Саул пришел, в него же потом дух нечистый вошел. Вошел. А ты знаешь, что самое интересное? Что по сути, чего люди ждут, то Бог им и даст, по сути. Конечно, без этого. Он им даст Саула, который будет, понимаешь, они вот не понимают, знаешь, чего не понимают, что все вот эти патриоты там сейчас могут нас с тобой камнями кидать там за наши такие вот измышления. Но ты задумайся, если мы оглянемся на всю Библию, она очень духовна. И все персонажи, которые в ней были, они были очень духовны. Они до такой степени духовны, что сейчас даже начни о них говорить, люди даже, вот, сейчас я тебе объясню. Вот смотри, что Давид, да? Он же, прежде чем стать царем, он несколько лет был в таких мытарствах, да, там, в пустынях, в таких вот, ну, то есть его Бог так воспитывал, и это не просто был царь, это было сердце Бога. Там о нем так и сказано. Он, помнишь, он даже говорил, у него где-то псалом вроде есть такой, он говорит, я всегда видел перед собой Господа, стоящего одесную меня. Это до какой степени он духовный был. И о нем даже сказано, что куда бы он ни пошел, Господь был везде с ним. То есть во всех его делах. И мы видим по псалмам, что он даже не просто окормил свой народ, возродил духовно. Он плюс еще и нам какие дал, да, вот эти духовные, вот эти, до нашего времени, мы его псалмами молимся. И вот у Исаии пророчество о Египте, там так четко все как раз написано, что пойдет брат против брата. Вот как будто нашу революцию описывает. Ну, вот про египтян, вот эта глава 18-19. И знаешь, что там самое интересное? Мне почему-то засело, как заноза. Он там говорит. И будет у них свирепый царь. Я так думаю, стоп. Сколько царей было в истории, да? И чтобы Исаия вот так сказал, как бы, так вот, знаешь, как бы, он не говорит ни имен, ни это. Обычно он говорит, там, царь Тирский, там, царь такой, царь это. А тут он говорит, что он прям вот четко описывает, ты видишь, прям вот реально наша Россия. И он там говорит, и будет у них свирепый царь. А сказать, то есть, как бы о последнем времени, перед днем, когда Господь придет. А народ-то, по сути, он сейчас вот своей бездуховностью, он этого царя, вот ты заметь сейчас все темы, да, вот все вот эти, где сейчас написано какой-нибудь ролик о царе, даже духовно больной какой-то там выставил там просто ахинею, написал там, царь грядет, и там тысячи просмотров, а он душевно больной, ты включаешь, ты просто его даже смотреть не можешь, ты выключаешь, потому что он душевно больной. И ты понимаешь, но ты понимаешь, что народ-то бегает и ищет, и ждет.
Да где же этот царь? Я вот просто так размышлял, вот сопоставлял вот этих персонажей духовных. Ты понимаешь, что это надо быть или душевно больным, чтобы сказать «я царь». Заметь, Христос был царь иудейский, но он ни разу об этом не сказал. Даже когда его требовали от него «ты царь иудейский», он «это ты говоришь». Потому что он знал, что он пришел не иго римское свергнуть, а свергнуть иго сатанинское. Да может Господь сейчас сделает, что у нас нацистские войска захватят, будут стоять везде нацистские войска, и придет царь, и они еще будут каяться, американцы, на постах своих нацистских. По границам проповедь как пойдет, да? Ну да. То есть, ну это я как бы просто говорю мысли. Ну а что, это очень, очень даже приятно. Все думают, да, вот конец света, все, о, там зверь. И вот самое интересное, Христос от Матфея там говорит, он говорит, что будут войны, военные слухи. Говорит как о ничем таком, знаешь, незначащем. Он говорит, ну это не страшно, это еще не конец. Да. То есть, значит, и Третья мировая война, вот, которая нас всех пугает, он, Господь сам говорит о ней. Это и не конец, это, он говорит, это только начало болезни. Да. Не, он потом, знаешь, что говорит? Вот, это вот самый кульминационный момент во всей этой, вот от Матфея, кстати, есть вот этот момент, когда он там говорит, он говорит, ибо после этого восстанет царство на царство, восстанет. Да. Смотри, он говорит, войны там, это все не важно. И важный момент, что восстанет царство на царство. А получается, какое царство восстанет на какое? Царство тьмы на царство света. Когда произойдет полностью вот это сейчас разделение людей, ну понял, плевела на пшенице. Ну да. И произойдет вот это восстание произойдет. Вот даже взять Моисея того же самого. Я вот смотрел на него, когда он пришел к священнику Иофору. И вот вроде бы все такое простое, а и все в то же время непростое. Там смотри, как интересно получается. Когда у Иофора было 7 дочерей, не просто так, да, вот это знаковое, как я говорил, 7 дочерей. И вот когда он на одной из женился, а звали ее, знаешь как, Сепфора. Знаешь, что такое Сепфора? Это птица. То есть смотри, как бы тут показываем, потому что там не просто это образы такие. Моисей это писал, он писал как духовные, вот такие духовные смыслы глубокие. И смотри, и он пишет, что вот эта Сепфора, птица, когда он на ней женился, то есть он как бы духом своим, это вот показывает его духовное состояние, он поднялся как птица духом своим. И первое, что он осознал, первый его сын, который родился, как назвал сына, имя сына? Он, имя его было «Я странник в чужой земле». И ты понимаешь, я вот своего наставника вспоминаю, у него было слово всегда, он всем говорил, что мы странники тут. Эта земля для нас чужая. Понимаешь? Ну как? Ты понимаешь, ты, когда ты рождаешься духовно, свыше, ты понимаешь, что ты странник. Ты чужд этому миру. Ты понимаешь, ты, в тебе появляется вот эта жажда небесного, вот к небесному, ко всему, к духовному. И ты осознаешь, что ты странник. И Господь наш к этому призывал, понимаешь? Помнишь, что мы должны родиться свыше, а кто не родится, он не увидит Царствия Небесного. А у нас сейчас все ищут Царствие Земного. Все православные, основная масса. И они ждут этого земного царя, монарха, который там... Они вот, понимаешь, вот эти попы там, даже некоторые сейчас себя старцами, которые называют, они говорят, вот он придет и будет процветание православия. Чего процветание? Да. Если мы видим, что вокруг полное в дерьме, в навозе уже по уши, в духовном, какое процветание? Вот это процветание того, что мы видим, чтобы на нас мир весь смотрел и дальше смеялся. Над нами уже весь мир смеется. Я вот посмотрел там этих, там, знаешь, вот просмотрел ради интереса, давно не смотрел православных с протестантами и посмотрел, как бы, и они, ты понимаешь, они многие вещи там выставляют о нас, да, о православной церкви, а они правы. Ты понимаешь, священники там у этого благодатного огня борды друг другу рвут, катаются по полу в пыли, снимают сейчас видео друг, как они там это лживо поджигают этот огонь, уже видео даже снимают, друг против друга.
Потом вот мне вчера, позавчера друг звонит и говорит, вот у меня тут беда, короче, в семье. Я говорю, ну иди в храм сходи. Он говорит, ты что, смеешься, что ли? Куда это я пойду в храм? Ну, я говорю, ну, в православный приди. Он говорит, да ты что, ты вообще, ты... Я говорю, да ты к Богу приди, глаза закрой, поверь мне, просто приди к Богу и помолись. Просто Богу помолись, приди. Да не это, не надо тебе там никакого священника звать, просто приди и... Ты понимаешь, люди уже боятся к ним идти. Знаешь, до какой степени уже? А те, которые вот основная масса, да, вот сейчас уходит там и на духовные вопросы, и на какие-то духовные темы говорить, я не знаю, но ты понимаешь, очень единицы людей, которые что-то начинают духовно понимать и понимают, что возрождение духовное может быть только, если мы начнем рождаться свыше. А чтобы рождаться свыше, соответственно, нам и нужен вот этот, который придет. Как вот помнишь, они кричали «Слава Вышних Богу, а на земле мир». То есть и спасение Вышних. Мы с сестрой вчера общались, очень так, ну, я уж тебе говорил, да, посмотри насчет ада. Смотрел? Я так и не нашел там что-то, где она насчет ады говорила. Ты понимаешь, что смысл в том, что я теперь понимаю, почему даже профессор Осипов, наверное, скорее всего, у него и произошел вот этот момент, что он насчет вот этих вещей немножко ушел в сторону ереси. Ты понимаешь, вот я сестре все из Писания, все моменты как бы говорю, она говорит, ну ты понимаешь, все это рушится словом, когда Иоанн Златоуст говорит, что когда Христос сошел в ад, ад стал пустым, то когда содомляне были осуждены, они были осуждены на вечное, для примера всем, на вечное осуждение. И Давид говорит, ты не оставишь, ты не дашь святому своему тление и не оставишь души праведного в аде. Понимаешь? То есть праведного. Не может такого быть, что Господь сошел в ад, для того, чтобы вывел оттуда и амаликитян, которых Бог предал забвению, самдамлян, ну понимаешь, про что я говорю, это просто такого не может быть. Иоанн-то, может быть, другой смысл имел в виду, когда это сказал. Может быть, он имел в виду, что ад потерял всю свою силу, он стал пустой для тех, кто верен Богу. Он не имеет никакой силы, просто пустой стал. И понимаешь, про что? Он опустел для нас, для верных, то есть для праведных, для святых. Он просто опустел. Он в себе для нас ничего не имеет. Потому что смотри, вот задумайся, для чего Господь наш сошел в сердце земли на 3 дня? Вот зачем он туда сошел? Мы вчера прям долго, мы прям весь вечер рассуждали, все по Писанию, все, я всю Библию тут вот так вот, она у меня только страницы летали во все стороны, все. Искал, когда ад выходил на землю, где, когда, какие вот все процессы происходили, что с апостолы говорили. Когда Господь сошел, и что мы следом слышим, вот этот клич такой, как бы победный, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? То есть смотри, что он сделал. Что такое жало смерти? Вот когда Адам согрешил, в него же зашло жало смерти, вот с этим ядом. И вот этот первородный грех, он вошел в него. Неспособность к покаянию. Вот это зашло, понимаешь, вот это через непослушание, там, через, ну, там много, да, вот это вот дьявол, то есть он, и что, смотри, что произошло, Адам-то мы связаны с землей очень серьезно, мы потому что из тонких материй земельных, а земля живая, мы много в Библии встречаем моментов, когда, вот говорится, сердце земли, уста открыло, она живая, мы просто люди не осознают, до какой степени вокруг нас вот эта вся земля, она очень, она живая. И что Господь сделал? Он сказал, проклята земля за тебя. И это проклятие легло в сердце земли. Вот это жало смерти, оно там лежало, вот это проклятие, которое... И оно вот это мы видим, потому что земля произрастила, потому что это жало смерти, оно не только, оно по плоти в нас, да, как бы в сердце человека, первородный грех, но плюс еще в земле вот это проклятие, когда Господь сказал, оно там... И, соответственно, вот это проклятие, это жало смерти,
почему каждый человек, да, говорит, что имел первородный грех, вот эту силу, вот это жало, оно всех нас вело в объятия ада, вот в это судилище дьявола. Это как дверь была. Жало смерти — это как вот дверь вот в этот ад. Некоторые боролись, некоторые против этого противостояли, да, мы знаем, праведники, святые, они боролись, но из-за этого, то есть проклятие, никто не мог войти в рай, вообще никто не мог, они уходили в сердце земли. То есть даже вот мы читаем в начале, да, когда Господь говорит, кровь брата твоего от земли, ну, правильно, помните? А? Да, от земли. Да, да, да. И смотри, что самое интересное, что когда Господь сошел туда, Он разрушил это проклятие своей жертвой, да, своей кровью, своим подвигом. Он примирил, Он разрушил первородный грех, уничтожил это проклятие. И ад, по сути, потерял свою силу полностью перед вот святыми, перед праведниками, которые от начала были даже все. И смотри, что вот у Матфея в 27 главе это подтверждение есть. Когда он воскрес, 51, там, 27 глава, 51 стих, он говорит, когда он воскрес, гробы расселись, и многие святые усопшие прям в телах, в эти тела все восстали, вышли. Понимаешь? Они вышли, потому что они все отавили, получается, все вот эти, которые боролись, которые, вот, ну понимаешь, про чего, они все вышли и зашли с Господом туда. Потому что они освободились от этого первородного греха, Адам, который совершил. Вот это слово, что ад опустел, я думаю, что и профессор Осипов, может быть, из-за этого вот так вот начал рассуждать, что, ну, значит, все оттуда вышли. Это получается, значит, и вот, понимаешь, я вчера ее слушал одну, она говорит, ну, все там, даже сейчас там что произойдет, если кто-то закричит, Господи, помилуй меня, и выйдет из ада. Это как же так? Ты смотри, когда Господь сам говорит притчу о богаче и Лазаре, Он говорит, тот-то был верующий, он начал Авраама призывать. Этот богатый не был неверующим, он был верующим. И он говорит, отче Аврааме, потому что они верили в Авраама, как в своего этого отца, он их духовный отец был. То есть через него, он как лон Авраама, вот это вот, он посредник между Богом и ими был, иудеями. И, соответственно, он начал его призывать. Он говорит, отче Аврааме, попроси, чтобы Лазарь там мне там два перста обмакнул, да, принес. Он говорит, нет. То есть между вами большая это лежит, ну. Это рассказывает Христос. Христос рассказывает как раз, смотри, что самое интересное. Он уже рассказывает, он как пророчествует, потому что еще никто не был там. А он о Лазаре уже рассказывает, как бы он уже там. Понимаешь, про что говорю? Уже в раю. А этого еще не было. Понимаешь, про что говорю? Этого еще не было. Этот богач, то есть, получается, Господь пророчески уже показывает. А нам говорят, ад опустел. А потом до меня доходит. Он просто другой смысл этому придал, Златоуст. Он придал смысл, что он опустел, он потерял вот эту силу. Потому что жало смерти Христос обломил. Просто он, да, он имеет силу для грешников. Тех, которые не хотят Христа принимать. Потому что мы видим это в богаче, который там лежит. И он говорит, го, там, пошли там этого, пошли того. Он же, а так бы тоже сказал, Аврааме помоги, да, я каюсь, все. Ну, понимаешь? А Господь пророчески показывает ему, пророчески, потому что этого еще не было. Вот он увидел наслаждающегося Лазаря, наслаждающегося. Он уже ему показывает после того, как он вывел всех из ада. Как, понимаешь, вот это... Подожди, он-то размышляет уже как бы в мире том, а там же нет времени, там уже все произошло и происходит все и одновременно. Не, ну да. Понимаешь? Он-то пророчески это говорит. Ну, а для нас это пророчество уже, конечно. Я не понимаю таких вещей, что вот у нас, с одной стороны, да, вот она мне такую мысль сказала, с одной стороны, это хорошо, что вот у нас в таких ежовых рукавицах держали, что вот сказали вот так в это верить, и все в это верили. И это нас спасло от этого развращения всеобщего. Но в то же время создало громаднейшие рамки. И смотри, какие рамки. Рамки в духовных пониманиях. Вот какой-то святой сказал, что все бесы вышли из ада, и все сейчас тут на земле. А апостол говорит, что они связаны и находятся в узах мрака до дня суда.
Помнишь, есть такой апостол, он говорит, пребывает в узах. Как же тогда? Верить этому старцу, который сказал, что все бесы вышли и тут сейчас все на земле? Или верить апостолу, который говорит, что они соблюдаются на день суда в узах мрака? Кому верить? Апостолу или старцу? Вот тут, понимаешь, вот этот парадокс. И вот мы начали размышлять. Вот ты как думаешь? Я вообще думаю, связаны, опять же, связаны в определенных действиях своих, которые, то есть они могли напрямую, да, с людьми взаимодействовать, а сегодня они такого не имеют отношения с людьми. Сегодня только человек может по своей воле впустить его, вот, а войти самостоятельно он не имеет силы такой. Вот заметь такой момент, что мы знаем, что они постоянно блуждают в пустыне. Ну, когда даже изгоняется бес, он в пустынных местах, он в пустынях. Я верю, как бы больше доверяю апостолу, который говорит, что они связаны. Но смотри, что у нас происходит. Помнишь, есть у Исаии такой момент, когда он говорит, в стране тени смертной, и у апостола тоже есть, у евангелиста, воссиял свет великий. То есть в стране смертной тени. То есть получается, смотри, что мы своей духовной жизнью приходим к такому состоянию, что над нами уже смерть, она как светило солнечное на духовном уровне. Она нас уже тенью накрывает. Потому что мы делами своими пришли к такому состоянию, что... И помнишь, когда Иоанн Креститель воззапил первый, вот Илия, да, вот Иоанн Креститель? Как там сказано? Дух, глаз вопиющего в пустыне. Глаз вопиющего в пустыне. А пустыни-то это сердца людские, вот эти, в которые он кричал. Ты понимаешь, что вот это пустыня, то есть получается, что люди приходят к такому духовному состоянию, они сами открывают дверь бесам, которые связаны и хранятся. Ты понимаешь, что получается, что дьявол нас всех притаскивает в эту пустыню духовную, на духовном уровне. И люди, из-за того, что вот эта пустыня уже, она до такой степени, что вот этот глаз вопиющего, он начал уже кричать из наших сердец, в сердца наши. И получается, что не бесы вышли, а мы к ним пришли. Мы пришли на их уровень. У нас вот эта вот пустыня, что они уже пришли и глумятся над нами. Просто глумятся. Их выгоняет когда, да, вот Господь, он говорит, изгоняет, они опять в пустыню уходят. Все. Потому что это их не место, они там связаны. И хранятся на вузах мрака. Ну вот, ну и просто как бы мысли, рассуждения. А так вот, если... Ну, по апостолам, да, вот, даже апостолов всех, потому что я как бы, как мне человек говорит, мне вот какие толкования нравятся там духовные, да как нравятся духовные толкования, если есть Библия, есть Писание, есть апостолы, надо все сопоставлять, все вот эти столбы брать, кто о чем говорил, и выводить истину из этого. Что там говорить, в принципе, беса тут, можно сказать, ни при чем. Мы сами ищем взаимодействие с ними, да? Да, да. Но опять же, через что? Потому что нам понравилось вот последние 200 лет, ну, от возникновения масонства. Вот вся эта программа идет. Вот. И смотри, для чего, что ад сойдет на землю. Ну, вот я вот в последнем ролике говорил об этом, что... Ну, и ты там говоришь тоже об этом. То, что каким образом? То есть мы откроем сами врата вот эти... То есть то, что ты говоришь, в пустыне, да, они с ними общаются. Ну, я не знаю, может быть, уже бесы им дали вот эту технологию, с помощью которой они... А этой технологией примут все вот это вот на себя. То есть люди стали... И такую способность, у них откроется способность видеть. Да. А ты знаешь, он как раз там и говорит. Он говорит, что все вот эти, даже фильмы фантастические, они снимают, говорит, по наитию этих вот, то есть уже подготавливая людей, чтобы они... Ну откуда? Возьми, вот придумай вот эти вот рожи, которые они снимают. Вот сейчас фильмы, я смотрел 3 года назад вот эти ужастики последние, новые. Там с ума сойти, ты будешь неделю, месяц не сможешь отойти от этого фильма. А люди смотрят и просто умиляются этими фильмами уже, это их уже, понимаешь? Там такие рожи делают, эти выводы невозможно придумать. Разум человеческий не способен создать такое. Это только вот если ты воочию увидишь ад, тогда ты только сможешь это сделать. Ну да. И вот этот человек мне начинает, а у меня, знаешь, это, я чувствую, что что-то не то. Я говорю, остановись. Я говорю, это, у меня сегодня праздник. Я к Пасхе готовлюсь. Замолчи, пожалуйста. Я говорю, замолчи. Раз сказал, два сказал.
В итоге там пошло, 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 потом уже дошло до того, что он мне говорит: да проклят тот день, когда я тебя встретил, подлеца, когда я с тобой познакомился. И представляешь, как понесло. Я уже сижу, чувствую, меня начинает где-то что-то вскипать. Ну, знаешь, вот, я говорю: остановись, остановись. Я говорю: сейчас это придет к какому-то проклятию. Я говорю: не могу остановить, и все, его прет и прет, он на меня такую помойку. Мне, знаешь, как вспомнил там до седьмого колена, блин, все мои грехи. И знаешь, это, я чувствую, все, у меня праздник мой накрылся медным тазом. Я прихожу в 12 часов на это, на службу, ну, на пасхальную. Стою, а у меня нету службы, у меня вот это вот в голове вот это вот все кипит. Я говорю, я говорю, Господи, помилуй меня, да что же это, я не могу, я, знаешь, вот не могу справиться. Не могу справиться, я стою, короче, потом раз, час я кое-как выдержал, и, а чувствую, как будто на меня, знаешь, вот как вот терновый венец какой-то на голову одевает, он мне протыкает все мои вот эти, знаешь, как будто вот все вот это, что есть во мне, то, что Господь дал, и оно во мне, как бы, знаешь, пытается вот пронзить вот этими всеми иголками. И на следующий день встаю и чувствую, оно не отошло от меня, оно мне, знаешь, вот, как уничтожение какое-то идет, как будто меня отравили. И это я чувствую, понимаешь, я уже, короче, это, я встал, короче, и поехал. У меня было такое состояние, ты не представляешь, я уже еду и говорю: Господи, Господи, я тебя прошу. Я говорю: кто я? Я всего лишь маленький человек, который ходит по краю пропасти, с маленьким шансом на спасение. Я говорю: против меня такие силы бесовские восстали, разве могу я сам против них справиться? И представляешь, он, короче, вот так вот на меня как будто дунул, Господь. Вот так просто, я это почувствовал, он так дунул. И от меня все это раз вот так вот и отошло. И он мне как бы опять показал: в тебе нет ничего. В тебе ничего нету, и ты должен знать об этом. Если в тебе что-то есть, то это только я, когда даю тебе. Понимаешь? Ну, и нам нечем, вот почему я говорю, нам нечем не хвалиться, не гордиться. И они, понимаешь, как все превратно понимают? Они, если я рассказываю, что бес там напал, они начинают вот измышлять, там, а, значит, он бесноватый, там, это. Они не понимают вот этого тонкого диалога с Богом, что Господь-то учит как раз смирению, Господь учит вот этим вот тонким пониманием. Потому что, понимаешь, как тебе сказать, и вдруг я, знаешь, что почувствовал? Я приехал к этому человеку и говорю, я говорю: да, я скотина, я хуже тебя в 10 раз. Ты представляешь, это я без этого, без какой-то кривизны. Я к нему подошел, я говорю: ты знаешь, а ты прав. Я на самом деле скотина, я дерьмо последнее. Я говорю: а ты лучше меня в 10 раз. Я это искренне ему сказал. Я смотрю, он так обрадовался. У него прям аж улыбка такая на лице. А у меня такое было чувство, я ему даже хотел даже столько подарков сделать этому человеку, просто его отблагодарить. Что вот, понимаешь, вот я понял, что мы должны Бога, как вот Иов говорил, не только в хорошем его во всегда. Мы привыкли, что вот конфетки сладкие, да? Вот как вот и мы видим много раз, терпели, когда войны там вот все вот эти, вот я читаю же Евангелие и Библию, когда они терпели поражение, где-то, вроде раз, все время шли победа, победа духовная, потом бах, поражение. А через этот как раз самое и приходит понимание глубокое Бога. Нам кажется, что вот бес тебя начал прессовать, да? Ты думаешь: ай, все, это моя погибель. А смотри, как Господь раз и подействовал. Он вот так вот и говорит: посмотри. А я-то почувствовал, что он просто думал, и они их как смело просто, всю эту вот, у меня такое состояние: да, я на самом деле, я скотина. Сразу моментально состояние поменялось, да? Да, мгновенно. И как будто меня вот облако благодати вот это окрыло, я почувствовал, что и опять это не от меня. Понимаешь? А я ехал, у меня уже, я говорю: Господи, да что же со мной происходит? Да что же у меня за Пасха такая? Я постился, последнюю неделю вообще не ел, не пил. Да что же это? Господи, да что же за награда такая мне? А потом, когда вот это происходит, я думаю: Господи, прости меня, что я так думал опять. Понимаешь? А ну, как бы ты понимаешь, что, как Иов говорит, мы должны быть, даже в плохом мы должны быть верны Богу. Вот. О церкви вообще, о православии он что не говорил, а вот таких временах, в наших временах, знаешь, вот, знаешь,
Ты знаешь, он, конечно, тоже это, он очень серьезно переживал. И переживал о том, что вот это вот как раз и монашество произойдет, такое полное обнищание, что монахи превратятся вообще. То есть он тоже же говорил, что придет время, что в храм вообще ходить нельзя будет. Вот если память не изменяет, он единственный говорил, что останется всего несколько храмов в России, в которые только можно будет заходить. И которые вот Антихрист не сможет войти в них. Вот, а матушку сегодня с ФСБ звонили, там ты, говорит, оформил якобы где-то в каком-то городе в Самаре на твой паспорт этот КамАЗ оформили, вот, и он хочет сегодня прийти и паспорт посмотреть. Я сегодня никого не пущу, вот, я, ну, больше тебе наберу, а я записал разговор этот наш с ним. Да. Он смеется. Алло. Татьяна Ильинична, да, я правильно? Да. Ага. Ну, я с участковым созвонился, мы к вам готовы подъехать. Нет, да, я Сереже дам трубочку и поговорите с ним. Ага, хорошо. Да не надо, я так. Алло. Вас как зовут? Алло. Да, Багрунчик. Вас как зовут? Евгений меня зовут. А отчества у вас нету, да? Александрович, да я же не представлялся, говорил. Да вы мне не представляете, я из какого отделения? Евгений Александрович меня зовут. Из какого отделения вы? Управление ФСБ. ФСБ по какому адресу? По Володарского, управление. Володарского, 39Б. А вы наверняка, у вас же скайп есть, да? Знаете, что такое? Скайпа-то у меня нету. Ну, вы можете подключить легко скайп. Я маму свою никуда не пущу. Это в первую очередь. А во вторую очередь я с вами буду говорить только в скайп. Вот. И скан документа своего я покажу вам в скане. Заповесту, скажи. Скажите меня, мы с участковым созвонились. Никаких, никаких знает, участковых. Участкового она знает. Послушайте, никаких участковых я маму не выпущу за дверь. Я вам предлагаю условия. Или вы пишете повестку, вот, присылаете, или говорите со мной по скайпу. Ну, скидывайте номер скайпа тогда. Куда скидывать? Ну, я же номер телефона оставил, А, мобильного. Вот, хорошо, вы вот, сейчас звоните. хорошо, Здравствуйте. я туда скину скайп, да. Хорошо. Все. Вот мне скажите, пожалуйста, алло. Да, я слушаю. Вы мне скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вы из Самары никого не знаете в городе Самара, потому что там договор был заключен от вашего имени с организацией города Самара. Я не то, что в городе Самаре, я тут поблизости соседей даже своих не знаю. Я лежу парализованный 16 лет, ни руки, ни ноги у меня не работают. Я понял. Ну, понимаете, поэтому у нас к вам никаких претензий абсолютно нет. Нам пришел запрос из Самары, что по данному гражданину с такой фамилией и отчеством заключил там такой договор, понимаете, на поставку автомобилей. Если вы к этому отношения никакого не имеете, а вы к этому отношения никакого не имеете, то вопросов к вам нет никаких абсолютно. Мне просто нужно приехать. Не, ну я просто вас, я вас предупреждаю, потому что сегодня я маму свою не выпущу за ворота и вас не пущу к себе. Я буду разговаривать только в скайп. Я вот такие условия Ладно. ставлю. Все, короче, к Самаре вы никакого отношения не имеете. Я вас понял. Ага. Я вас понял. Ну, здравствуйте, это номер скайпа. Хорошо. А по поводу чего они звонят? Я 10 лет назад, значит, на своем сайте вот с иконами, ну, то есть, чтобы себя полностью открыть, да, о том, что я не обманываю людей. Вот. Я выставил даже и паспорт свой в развернутом виде. А в паспорте я в этом написал, ну, еще тогда у меня вот это вот было горение такое, где номер там, да, номер идентификационный должен стоять. Ну, в паспорте так и написано. Личный код, да? Вот. А я туда вписал православный. Ну, то есть, как вписал? На компьютере набрал это. В настоящем паспорте я, конечно, не писал. А выставил вот картинку такую, понимаешь? И люди-то, вот, а кто? Я знаю, кто это. Ну, в принципе, догадываюсь. Это ж те же православные, понимаешь, выискивают, находят такое, чтобы ужалить побольнее.
видишь, закона еще нет такого. А закон вот на документы, допустим, они уже могли, если бы у меня действительно в паспорте было вот это написанное слово, да, они могли бы уже меня привлечь к закону. И о той войне. Сейчас, я же говорю, сейчас начнется такое. Вот я на патриарха там что-то сказал. Сейчас закон скоро откроют, обязательно откроют, что ни на президента, ни на патриарха ты не сможешь никакой пропаганды вообще вести. То есть даже правду озвучивать. Ну да, по телевизору порнуху показывают, они ничего нет, не предпринимают. Ну да. Хотя это одно слово президента, и завтра все эти каналы позакрывают. Но это не нужно, понимаешь? Надо растлевать народ. Надо, чтобы больше дураков было на экране, чтобы больше мозг выносить людям. Чтобы вот эту вот какую-то колдовскую энергию запускать через телевизор, вот это все. Вот смотри, мы последние люди, у нас очень мало послушания, очень мало смирений. У нас очень великая гордыня, великое тщеславие. И вот эти грехи, вот эти вот высокое мнение о себе, вот это вот перед людьми и кем-то показаться, вот это, оно стимулирует эти грехи. Дьявол через это и запускает, прыскает этот яд в наши вот слабости, вот эти немощи, которые есть. Потому что, ты понимаешь, когда ты начинаешь идти вот таким путем, все полагаешь вот Господу, да, сердце свое полностью, пытаешься погрузить его в чтение, вот в Евангелие, в молитвы, там как бы, ну вот все, вот правильную духовную жизнь. И все равно ты чувствуешь, что ты более сильнее становишься, более духовней в том плане, что не ты, а вот Господь тебе начинает вот это все сокрушать. Так самое интересное, вот как раз в это воскресенье монах, я в горах был, в монастыре, и монах, короче, такую проповедь говорил. Он говорит, сейчас у людей столько книг, такого никогда не было. Столько всякие старцы, святые, интернет. Но они, говорит, не имеют такой веры, которую имели люди, не имея книг. Понимаешь? Раньше люди, говорит, жили на Руси, они столько книг не имели, они имели веру больше, чем вот сейчас мы, которые имеем эти книги. Это как, знаешь, вот возьми даже тот пример, что, помнишь фильм вот этот «Трое вас и трое нас»? Знаешь, вообще неграмотные люди, они даже не знали. И знаешь, что самое интересное? Я после этой проповеди прихожу домой, открываю «Житие святых», открываю Григорий Синаид. Это был такой святой, который по своему уровню достиг, как Антоний Великий. Но о его, там он говорит, о его чудесах, говорит, не написано. Но я там, когда прочитал про него, его житие, я думаю, да какие там это, еще, о чем там еще можно говорить. Там рядом с ним бандиты какие-то жили, которые его и грабили, это, и людей убивали. Они все стали священниками, все отцами святыми стали. Вот это, ты просто рядом с ним находились, под горой жили, разбойка, шайка разбойников. Ты понимаешь, это уже о всем говорит. А он знаешь, какой был? Он, говорит, когда пришел в горы, и у него, говорит, такая чистота была, вот такая вера огромная, а он был неграмотный, он даже духовных терминов не знал. И к нему тянулись, вот как Господь кого-то провел, к нему приходит там какой-то святой отец, не помню, Арсений или как, и он такой раз говорит, ну, расскажи, как ты живешь там, это. И он ему начинает рассказывать, вот я тут занимаюсь духовным созерцанием там, ну и все ему рассказывает, тот улыбается, говорит, нет, друг, чадо, говорит, ты занимаешься уже не духовным созерцанием, а духовными трудами стяжаешь, духовные как бы под этим. И он такой раз, и он осознал, что он такой неграмотный, что он ничего вообще не знает. И он, представляешь, едет на святую гору Афон, поднимается и начинает по всем отшельникам ходить и кланяться им, короче, благословение брать, чтобы вот приехал туда, чтобы вот обучиться вот таким вот пониманием, даже духовным термином, потому что он вообще ничего. И ты представляешь, человек, не обладая никакими вот этими духовными пониманиями, знаниями, но имея такую огромнейшую веру, он даже не знал, что это вот это делать, да, как мы думаем, что вот надо вот так вот сделать там или так. Это получается, он благодаря своей вере, он уже имел стяжание Духа Святого в себе. Не обладая никакими пониманиями, что есть там вот это, или вот это, там смирение, терпение. То есть, ну понимаешь, про что я говорю? Что
до такой степени, что святые отцы к нему приходили туда. Это, понимаешь, какая сила духа в нем была? Это вот, я сразу вспомнил вот этот фильм «Трое нас и трое вас». То есть, и получается, и вот ты понимаешь, я вот это вот думаю, ты смотри, как интересно, и монах эту проповедь начинает говорить. Он говорит, смотри, говорит, у нас, говорит, сейчас люди, говорит, столько информации. А получается, что, а может быть, это дьявол это все устроил, чтобы сделать нас духовными, супердуховными. Ты заметь, все стали супердуховными, а духовно-то никто свыше не рождается. Не, есть как бы, есть то, что сейчас все равно, как ни крути, но какое-то движение в России началось, потому что вот, знаешь как, начинаешь уже родственные души все равно, заметь, вот у меня есть, там начинают некоторые, знаешь, писать, ты их по слову понимаешь, они тебе пишут просто простые какие-то вещи, не какие-то заумные там, а вот просто какие-то такие простые элементарные слова тебе пишут, и ты понимаешь, вот оно, вот человек духовный. Не вот этот, который там нас послушал, начинает умничать, нас процитировал про это, знаешь, как проанализировал. Такой, знаешь, пришел тут и проповедник, серьезный супердуховный парень, нас с тобой проанализировал и поставил точку вердикта. Там вот, это так, это вот так. Нет, вы не так думаете. И этот сон, я вам сейчас расскажу, этот сон, о чем это. Понимаешь, такие супердуховные парни приходят. И ты понимаешь, а некоторые мне, они даже не пишут. Вот когда я начал видео, и что я ухожу в соцсети, я хочу видео удалить. И некоторые, которые даже не писали, они начали писать. И они говорят, мы вам не пишем только, чтобы вас не сердце, ну, гордыню вас, вашу не взгревать. Понимаешь, начинают, не удаляйте, пожалуйста. Некоторые там такие вещи начинают писать. И одна мне даже пишет и говорит, сестра, говорит, прости меня, я не хотела тебе ничего этого говорить, чтобы гордыню твою не взгревать. А ты-то чувствуешь, что они очень духовные люди. Один вообще пишет, я не достоин даже с вами разговаривать. Я его слушаю и думаю, а я не достоин вообще даже, да, понимаешь, я понимаю, что я его не достоин даже, этого человека. Потому что он это не лукавил, он это пишет по-настоящему. Знаешь, какие люди у нас есть? Они как... Немного таких пишут, да. Понятно, это у меня такое там есть, я там, знаешь, там послушаю, тут послушаю, начинаю ревновать, думаю, да как так, в Писании такого нету. Вроде такие духовные люди такие вещи говорят. Понимаешь? А там тысячу людей начинают, вот это да, вот это да. И только поэтому ты как-то, знаешь, воспаляешься, думаешь, да как же так, апостолы говорили, это не так. Понимаешь, апостолы. Для меня апостолы и Святое Писание, и это прежде всего, и все надо как бы в Библию и с ней сопоставлять. Я вот когда начинал говорить вот, о том, что прийти к истокам, да, я о чем говорил, вот сегодня захочешь ты даже изменить общество, вот, чего взять-то, с чего начинать исторически людям показывать, вот было так, было по-другому, что люди были иначе устроены, да, то есть раньше не было ни вот этого, к чему мы сейчас летим с космической скоростью, там, ну вот этот прогресс, да, раньше об этом люди не думали, вот посмотри, даже исторические одежды, одежды не менялись тысячелетиями вообще, у людей не было никаких мод. Да. Нас убедили в том, что народ русский был туп и необразован. Давайте посмотрим на картину «Умный счет» 18 века. Здесь деревенские мальчики решают в уме многозначную задачу из чисел в квадрате. Способны ли современные школьники на такое? Да, была простота, жизненная простота. Люди не понимают того, что не имея веры и не взращивая в себе веру в Бога, ты спасения не обретешь. Ты хоть куда убеги, хоть на Северный полюс. От конца света, там, от войны, ты не спасешься. У тебя с ума бесы там сведут. Они за тобой туда прибегут, твои же бесы. Они вместе с тобой из города побегут туда, куда ты побежишь. Все те люди, которые, многие, они вообще, они просто живут духовной жизнью. Что там происходит, им неинтересно. Вообще неинтересно. У них даже у многих телефонов нет, паспортов. Они вот к ним подходишь, они благоухают. Они благоухают, они такие, знаешь, вот верой вот этой. А некоторые такие вот, как раз вот, очень много среди раскольников. Все самое интересное, раскольники не понимают того, что
Кукша, все наши старцы святые, они говорили, что будет раскол в церкви. Где до этого был раскол? Его еще не было. Вы его совершили, этот раскол. Вы пророчество исполнили. Вы сами исполнили пророчество. И того же Кукшу приводите в пример, который о вас же и говорил, что раскол будет. Понимаешь, как интересно? Они сами же и приводят. И вот ты понимаешь, они вот у нас тут тоже сейчас начали, и раскольники появились, и они нас с нами не здороваются, там у них столько злости, вот они эти там в храмы ходят, в эти, ну да, там, знаешь, я на них смотрю, а многие из них вообще уже озлобились, и они только ходят и ждут, когда Третья мировая начнется, когда на патриархию серный огонь сольется, понимаешь, вот ихняя вера. А они не понимают того, что они с ума сходят, и многие из них уже не выдерживают, они просто не выдерживают, у них психический такой срыв идет. Они многие даже бросают и убегают обратно в город. Поэтому, хочешь не хочешь, ты уже думаешь, Господи, уже и в лесу нельзя покой найти. Понимаешь, вроде хочешь жить спокойно, с тобой как бы жить, просто наслаждаться. Но они тут, вот, понимаешь, они уже рядом поселились, раскольники эти. Кошмар. Да, они же живут не в вере, они с ума сводят всех. Я понимаю, что и среди таких есть, но ты не представляешь, какую дуру они гонят. Они просто реально дурят. Психоз такой, психоз. Не вера во Христа, а психоз. Вот он бегает, прибегает, говорит, так, надо всю скотину зарезать. Уже все, конец света, зачем тебе все это? Все. Ну, иди свою скотину и зарежь. Пример покажи. Господь говорит, живи сегодняшним днем, не думай, что будет завтра. Доверься Богу, да? Если что-то будет даже, что должно что-то произойти, он тебя предупредит об этом. Он скажет тебе, Серега, делай заготовки. Ну, это я к примеру говорю. А это вообще, я говорю, дурдом такой конкретный. И ты знаешь, они такие хорошие женщины. Они говорят, да, ведь у нас так и происходит. Что те, которые не Бога ищут, они просто, мало того, сами с ума сходят и других сводят, бегают. Сам Господь говорит, даже вот эти война и военные слухи, не пугайтесь. Это лишь начало. Да? Мы пришли к такому состоянию, как раз вот этот конец света, что у нас сейчас произойдет разделение. И те, которые отделятся, мы как раз, вот это и есть наш последний день. Вот это последнее время, когда мы должны веру сохранить, мы ее должны взрастить. Понимаешь, вот в чем наше сейчас делание. Мы должны сохранить веру, да, остаться вот верными в добре, в мире, как бы, в молитве, ну, вообще вот в чистоте в этой. А кругом сейчас смотришь, такая истерия, страшная истерия, психоз такой. И самое интересное, вот эти вот раскольники, да, они не понимают того, что мало того, что пророчество исполнили, я посмотрел, у них в основном-то все, вот просто посмотрел назад, у них базировалась тоже основная масса на снах. У них монахи там, они начинают, мне приснился сон, мне там это, и там тысячи людей. Да это Листвица, Иоанн говорит, монаху вообще нам нельзя доверять. Тот монах, который во сны, это Листвица, говорит, основатель монашества. Он говорит, монах, который прельстился с нами, он прельстился бесами. Монахам запрещено верить в сны. Монахам вообще. Это давалось старцам, вот мы с тобой читали, да, старцам для назидания старца. Ну, мне вот сестра, она говорит, ну, мне же тоже там снятся. Я говорю, ты знаешь, а мне какие снятся? Ты знаешь, какие мне снятся сны? Что дьявол, что он делает? Он пытается построить нам свою судьбу, чтобы мы в это поверили, как в рок, в роковой вот этот путь. Что да, оно все равно так будет. А Господь мне говорит, не так. Ты должен жить, созидать и бороться. И если я даже вижу такой сон, я это воспринимаю как? Я начинаю промаливать, чтобы так не было. Я говорю, Господи, да будет Твоя воля. Потому что я знаю, что дьявол, он очень серьезно конструирует все, чтобы ты в это верил. Ты уже жизнь свою начинаешь выстраивать относительно этой судьбе. То есть от Бога ты начинаешь отвергать то, что сатана дает, и принимаешь. Ты понимаешь, вот он мне тоже во снах навнушал, что вот у меня будет вот это, вот это, вот это. И я такой, знаешь, и потом еще вот когда у меня с колдуном была встреча, он мне такой говорит, да тебя, говорит, на это, на скоро темные силы, говорит, повалят, говорит, на спину. Да, тебя повалят, и ты не поднимешься. Потом такой сидит, куда-то смотрит вдаль, а потом говорит такой, какая у тебя защита, говорит, свыше.
тебя, говорит, поднимут. О, да тебя поднимут. И такой раз изумился, что-то увидел. И ты знаешь, вот вроде бы, да, плохого-то ничего не сказал. Это вот я рассказывал, когда вот у меня была встреча, там, на работу я хотел, а он оказался таким серьезным колдуном. И ты знаешь, какую злую шутку он сыграл во всем этом? Я перестал бороться. А, за меня Господь все равно за меня заступится. А мы должны всегда ходить в таком состоянии, что ты, вот как будто ты по краю пропасти идешь, и у тебя на спасение вообще шанс, просто такой маленький, знаешь, вот шанс, и ты должен бороться за него. Твоя жизнь должна быть борьбой постоянной, ты вот в борьбе такой вот, в духовной, против зла. Ум, вот знаешь, вот что мне понравилось в последний раз, мысль такая вот, я читал, что наш ум Христов, вот когда, если Бог нам дает такой ум духовный, не в том, что мы знаем с тобой Писание, и вот сели друг другу тут рассказываем такие величайшие откровения, не в этом ум Христов, а ум Христом, это когда мы начинаем различать, что есть зло, и начинаем противостоять злу. Вот он ум Христов, в чем действует. И когда ты погружаешься и вот так вот себя полностью Богу отдаешь, и вот в этом надо научиться себя, вот это погрузить в начало, в это, да, вот это вот слово было у Бога, слово было Бог, и в нем была жизнь и свет для человека. То есть вот это слово мы должны сюда погрузить, чтобы оно нам помогало освещать вот это зло, которое нас окружает, для того, чтобы мы... Сам-то я не противостою ему, я не... Если оно подходит, я опять как маленький ребенок к папке прижимаюсь и говорю, ба... Отче, да кто я такой? Нам просто надо ему довериться, вот, себя полностью. Ну, не так, знаешь, как жить в блуде и сказать, я верю в Бога. Как он говорит, а, ну, там, да можно вообще, знаешь, это, просто знать, что Христос есть. А, в ад попаду, потом закричу, Господи, я тут, я верю, я знаю. И он, о, раз тебя за руку схватил, это вот что мы с тобой слушали. Он тебя за руку схватил, о, да, он меня знает, иди сюда, и родных своих всех хватай, пошли. Как вы жили? Да ладно, вы меня знаете, идемте. Это вот голливудское, знаешь, вот это вот у протестантов. Эй, чувак, Христос выходит, эй, чувак, здорово. И уже и у нас начинает такого Христа проповедовать, понимаешь? Братан, собирай всех знакомых, вы меня все знаете. Это уже не то, что мирское, а даже вот это современное уже, да? Ладно, был мир, но какой-нибудь такой степенный. А это уже современное, вот это молодежное течение. Ну да, Христос в футболке, I love you, Иисус Христа, там вот это, знаешь, там, Тикова в руке, там, чувак, здорово, там. Я даже это, знаешь, у харизматов такую вещь встречал. Они говорят, Христа можно по-всякому прославлять. Вот смотри, говорит, есть блатной один, он поет блатные песни про Христа. И он поет реально как лесоповал, только про Христа. Группа Лесоповал была там, и вот он... Там, или как Вилли Токарев, короче, поет, но только про Христа. Там я там украл, там у меня совесть заиграла, там Христос у меня это, там, и вот, короче, вот он. И ты понимаешь, это вот извращения там уже такие, что и рок-н-ролл уже, и то есть, и мы, у нас вот на самом деле взять, да, вот православие, как прославляли Христа. Песни какие, да? То есть они такие смиренные, они... Взять вот этот хор православный. Я раньше, понимаешь, вот когда включал хор, я всегда просто сидел и плакал. Вот слушаю просто хор, да, и плачу. А бывали, знаешь, такие монастыри, приезжаешь и начинают петь монахи. И ты начинаешь просто, знаешь, вот у тебя слезы текут, и как будто сердце, вот оно поет вместе с ними. Вот, вот прославление Божие, понимаешь, вот оно. Дай Бог нам, конечно, пройти вот это все, что надвигается, большая беда на нас. Лаврентий Черниговский, что ли, да, говорил, что придет время, что Господь слабых через болезни заберет, а те, которые он увидит, что они смогут выдержать вот это время Антихриста, они останутся на это время. То есть, но смотри, опять же, вот сейчас представь такую ситуацию. Начнутся болезни, которые врачи даже не смогут лечить. Люди начнут метаться. Представляешь, это вот человек не понимает, что ему просто надо будет принять это как горькую чашу, как спасительную. Это его очищение. Вот у меня сейчас одна знакомая. Знаешь, что самое интересное? Ты понимаешь, я говорю, что женщина, а тем более православная, в штанах не должна ходить. Она, Бог сердце мое видит. Я говорю, ты понимаешь, что... Вот мой старец говорил так, женщина, которая ходит в штанах,
она начинает очень серьезно болеть потом. У нее на ногах очень серьезные болезни. Очень серьезные. Она так болеть начинает. Что ты думаешь, у нее сейчас это с такие проблемы с ногами начались? То есть очень серьезные проблемы. Там врачи не могут сделать. Вот. Но они же как начинают говорить? Вот колдун. Он проклял. Сейчас вот вторую тоже сестре близкой говорю, говорю, ты пойми, она очень серьезно сейчас заболела, тоже, вот, тоже та же самая. Она в шортах ходила вообще. Я, говорит, молюсь, мне Господь сердце мое видит. Я объясняю, говорю, ты хочешь на ноги встать? Я говорю, вот хочешь, я тебе даю вот 99%, я могу тебе помочь встать на ноги. Одень женскую одежду. Женскую одежду надень, мы с тобой пойдем в храм, ты исповедуешь, причастишься, и твоя болезнь, пускай не уйдет, но она ослабнет в десятки раз. Это срамота перед Богом. Понимаешь? Тебя Бог любит, он тебя вот таким образом просто взял и... Он просто это еще скажет, что он любит. Перед людьми, они же едут, посмотри, вот в монастыри, я смотрю, едут, голову главное покрывают и в джинсы, в штанах. А монахам куда деваться? Они десятки лет женщин не знают, да? Ты говоришь, ты же вот едешь к ним, неужели ты не понимаешь такого простого? А духовный, духовному, если духовному некуда деваться, он не выдерживает этого, то Господь как на это? Господь вообще не то, что не смоет, а он действительно он наказывает. Он изливает вот этот гнев свой на человека. Ну да. Ты знаешь, как вот отец Георгий говорил, он говорит, многие катаклизмы даже природные, которые у нас происходят, даже происходят иногда от бесстыжей одежды людей. Вот он одно время там солнце начало жечь, а люди еще больше начали раздеваться. И он говорит, они не понимают того, что оденься они скромно и красиво перед Богом, и солнце бы их так не палило. Понимаешь? Да. Почему всегда нужно возвращаться, как ты говоришь, к истокам? Ну вы, люди, если разумные, ну посмотрите, как 100-200 лет назад люди ни о каких пляжах не помышляли. Ну, мужики купались, да, там были какие-то у них, и в исподнем они ныряли. Женщине это допустимо для женщины было. Вот и посмотри, научись от них. Ну, что же изменилось? Мы же люди, мы не меняемся, мы такие же и остаемся. Но стыд меняется, мы умаляем грехи свои, оказывается, только. Коммунисты, видишь, всех раздели. При коммунистах же вообще все нагишом начали купаться, и мужики, и женщины вместе... Да. Прям на пляж всех выгонят, всех разденут и все нагишом. Бани были общественные, потом туалеты строили такие совместные. Как некоторые сейчас говорят, да, говорят, вот мы при коммунистах так жили, а сейчас, я говорю, вы поймите, вы никак не можете понять, что сейчас мы стяжаем плоды этого коммунизма, демонизма. Это плоды, которые вы, как вы говорите, что у нас там прекрасная жизнь была в стране Советов. Благодаря этой жизни, вот этой безбожной, мы сейчас вот стяжаем этой плоды. Все прошло, все кончилось. Потому что нельзя людей уже научить. Они смотрят только вот на прогресс на этот. А чему еще? Никакая история уже никого не учит. Мне часто, знаешь, спрашивают, как мне поверить, как ты веришь, вот чтобы вот такое было, да? Вот. Да. Как, знаешь, один мне вот говорит, вот ты там это убежал там в лес, типа, это крайности, я не убежал, мне Господь сказал, я пошел. Я говорю, за мной жену привел, я говорю, и ты знаешь, я говорю, мы наслаждаемся тут жизнью, мы живем, наслаждаемся. Скотина, у нас молоко, сыр, у нас яйца, у нас кур только штук 150. И ты понимаешь, что я, более того, я сейчас вот, я начал их чувствовать, животных, я с ними сажусь, они у меня лучшие богословы. Я в них такие премудрости открываю, глядя на них. Знаешь, что, как вот один, я помню, когда приехал, один говорит, у некоторых коровы, они, если люди злые, они у них как скотина. Да. А мы живем, ты понимаешь, мы живем как бы, вот у нас животные, они как, можно сказать, как члены нашей семьи. И они, ты понимаешь, они у нас очень умные. Вот она, корова, приходит, она не идет туда там орать у сарая. Она подходит к окошку, где мы находимся. Вот откуда она знает? Начинает в это окошко орать. И она такая, я тебе говорю, такая умная корова, я тебе вообще это просто. И молоко дает такое, знаешь, вот вкусное молоко. Да, там есть, конечно, Бог через них
обличает. Мне кот, я на него что-нибудь, ну, гаркнешь, он что-нибудь сделает такое, или дерет там, это, кровать, койку, я у него, что-нибудь как гавкнешь на него. А он такой запрыгнет, а он мне 16 лет на ногах лежит, то есть ноги ложится, мне обнимает ноги и лежит. И он запрыгнет, знаешь, вот так вот на меня прям посмотрит, вот такими глазами умными, типа, ты что гавкаешь? А мне стыдно становится. Видишь, обличает. То есть я на него прогневался, а он просто одним взглядом меня вот так обличает. Конечно, это Бог делает через них. Ну да. А пчелы это вообще, я вот к пчелам подхожу, у меня там стоит 6 ульев. Реально, ты смотришь, как вот, как будто Господь в них показывает, вот как, какое единство, да? Какое у них единство. Они, как в Царстве Небесном, вот у ангелов. Они вообще не думают ни о чем, кроме своего вот этого сообщества, в котором они пребывают. Она готова умереть за свое сообщество. Как это все происходит, на каком-то уровне, что... Одни знают, уже выходят, вентилируют, когда жарко, там, чтобы туда это, воздух поступал. Другая за водой полетела. Просто... Я много смотрел роликов в интернете, есть крупным планом снимают вот в этом. И внутри улья такие микрокамеры, знаешь. Ух, ну как они, допустим, оводы там прилетают или эти, ну, на улей нападают. Они причем, знаешь, была ситуация такая, прям один, допустим, кидается из защитников, из охраны кто-то на этого, да, на супостата, раз кидается. А тот вперед него прям перебивает его, чтобы тот не попал, знаешь, защищает его грудью, вперед его прям на этого бросается, на шершень.